получается, после эту футболку хрен отстираешь. Ну, в смысле, краска не вылазит так сильно. Ну, естественно, такую футболку нужно человеку говорить, что нужна деликатная стирка. Лучше какая-то ручной вариант. Естественно, это эксклюзив, блин. Ну, ты каждый день на улице можешь купить там какую-то, блин, стандартную херню. А это же человек сидел, рисовал, эксклюзив, блин. Это реально круто. И самая главная штука, я всегда людям говорил, эта футболка одна единственная, и ни у кого в этом мире не будет больше такой футболки. Вы понимаете, насколько это, блин, цепляет, и это так. Я держал эту фишку. Если ко мне приходили и просили, нарисуй мне, как вот этого чувака, я говорю, нет, не буду рисовать. Я могу туда усы добавить, но такую же не буду рисовать. И чувак ходит, и он знает, что он только единственный такой. А человеку это очень важно. Это психология. Люди любят быть какими-то не такими, как все, выделяться. А я придумал фишку, как выделиться. В этом заключался эксклюзив. И держал эту позицию. И так я нарисовал, блин, немереное количество, короче, рисунков. Просто вот, если считать уже. После видоса я просто ставлю список рисунков. Короче, работ. То, что делались. Музычку вам подставлю, рисуночки, и сидите, короче, смотрите, наслаждайтесь, какие красивые футболки, и сами скажете, прикольно это было или не прикольно. Вот я вам лапшу сейчас гнал, или реально это офигенная тема, и это работало. Но я вам лично за базар отвечаю, что это работало, до сих пор это людям нравится, и до сих пор у меня хотят это заказать. Вот хоть иди бери и по-новому начинай это все делать. Вот такой вот вам бизнес, товарищи. Так что отрывайте свои гребаные жопы от гребаных диванов. Хватит идиотских вопросов задавать. Типа, подскажите мне, что мне делать. Иди повесься, что тебе делать. Бери да делай. Смотри вокруг. Вокруг есть все. Из этого всего выцепляй что-то с чем-то. Стыкуй, блин, и продавай другим людям. Вот и все. Обращай внимание, что вокруг происходит. Любой бизнес, который вот прикольный, он берется, вот тот, кто этот бизнес создает, он же шел, он же думал, он где-то что-то увидел. Я вот, у меня всегда так, я иду и обращаю внимание на окружающий мир. А кто-то вот в своем вот таком квадратном мире идет, в ушах наушники, никого не слышит. Вот у меня тут наушники лежат от этого айфона. Вот такие вот типы, смотрите, вот вы какие. Вот такие. Никого вы не видите, никого не слышите. Вот такие вот ходите и говорите. Бизнес какой-нибудь, дайте мне бизнес. Скажите, что мне делать. Скажите, мне пристрелиться или что? Понимаете, какие вы люди? Нет, чтобы снять этот идиотский капюшон, эти гребаные наушники. Не говорить, что тебе делать, блин. А смотреть, что вокруг есть мир. В нем есть всякие штуки. Из этого всего можно что-то организовать. Я вам просто начало какое-то даю, а вы возьмите это, додумайте, не знаю, улучшите. Что-то новенькое придумаете, вливайтесь в это. У каждого человека есть по своей жизни, по жизни там, да, свои связи. У меня были какие-то определенные связи. Я там работал барменом, крупье работал, там сям работал, там кого-то знал, чего-то знал. В итоге что-то организовал. Ты тоже кого-то знаешь. Начни с них. Те еще кому-то, потом еще кого-то узнаешь. Это вообще может привести к чему угодно, блин. И это прикольно, понимаете, прикольно. Когда я это делал, блин, тогда не было такой движухи, типа там в Ютубе видеоблог посмотреть, чтобы тебе кто-то рассказал. Да вообще ни хрена никто ничего не рассказывает. Думаете, кому-то это надо? Тут один я, наверное, сижу и стараюсь, блин, для вас. А кто-то еще умудряется написать, что это говно. Ой, придурки, блин.
тогда не было вот этой поддержки со стороны YouTube, там, да, вот это, да, ВКонтакте только еще, только никто не зарегистрирован-то, в общем-то, был. Сейчас, блин, это на такой уровень вышло. Все знают, что такое YouTube. У меня дети хотят покушать. Да, Миланочка? Да. Идем, привет передашь? Кому? Моим зрителям. Опа. Привет, скажи. Привет. Скажи, вы должны быть креативными. Вы должны быть креативными. Да. Отрывай свои задницы от дивана. Говори. Отрывай свои от дивана задницы. И что-то делать. Что-то делать. Да, Миланочка? Да. Нужно что-то делать в этой гребаной жизни, правильно? Да. Да, тогда что-то будет. Ты согласна со мной? Да. Но сначала нужно пойти покушать, да? Да. Вот, что ты хочешь сказать? Я хочу, чтобы надо убежать. Только надо в кровать убежать и спать. И спать, потому что поздно очень, а папа тут снимает, понимаешь, видос. Идем, Эдвин, тоже. Окей. Вот это мой братуха. Да. Это мой сын, зовут его... Эдвин. Эдвин, да? Которого уже Милана знает. Милана, конечно, тебя знает. Че, Эдвин, жопу будем отрывать от дивана и что-то в этой жизни делать, а? Да. Да? Кушать. Кушать? Оторвал свою задницу от дивана, чтобы прийти похавать? Да. Да? Да. Ну все тогда, чё? Я не буду. Короче, увидимся в бесконечности. Давай, всем пока, Эдвин. Давай. Пока. Пока! Пока! Shane's going on 20, but 10 inside his head.
Must be told to brush his teeth and takes toys to bed.
Thank you.